О, всем привет, дорогие ребята! Да, вы на канале Вова Плей. Сегодня я хочу вам показать, как я играю в одну игру. Это программирование игры, это не простая игра. С Майнкрафтом, друзья. Кто любит Майнкрафт, обязательно ставьте лайки, друзья. Ну, а мы начинаем! Смотрите, друзья, вот команда, смотрите. Смотрите, двигаться вперед, вот что повороты, и вот тут, в общем-то, вы должны делать все. Смотрите, если вы даже сюда, то даже человек будет поворачиваться или ходить вот сюда. Но нам надо сделать два шага. Поэтому давайте вот сюда. И смотрите. Вот видите? Тут, в общем, а вот тут есть задание, которое мы должны выполнить, друзья. Так, давайте продолжить. Итак, так, тут нам нужно, а, я понял, тут надо срубить дерево, так. Ну, новички могут в эту игру играть, ну, а также и так. Так, так, теперь нам надо вот это дерево добить, вот, ты, расстояние две клетки, вот, и нам нужен удар блоком, смотрите. Так, друзья, так, это пройдено. А теперь давайте погнали на третий. Так, тут нам надо подстричь две веточки. Так, вот это сюда и вот это. Так, так, стричь. Так, поворот направо. Вот так, стричь там сейчас. Так, так, двигаться вперед и стричь. Вот так. Есть, друзья, есть. Так, друзья, давайте погнали до четвертой. Тут и 12 уровней только. Ого, туда надо прям штрить и раструбить. Так. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Так, удар блок. Ра. А, так, поворотарил. Раз, два, три, четыре. Так, нам три не хватает. Так. Раз, два, три. Так, удар блок. Так, раз, два, три, и удар блок. Три, и удар блок. Блин. А, мы же забыли соединить. О! Мы забыли соединить. А, я понял. Одно двигание вперед ложись. Так, вот это сюда. Это вот так, все. Вот, а вот тут нам показывают, сколько там надо блоков. Ой! Блин, ударились. Да. Да, что вы будете делать, хулиганы? Ребята, я прямо сам не знаю. Они что? Они что, читеры там? Или что-то еще? Да. А, я понял. Ну, так, вот это сюда. Вот это. И вот это вот сюда. Вот так. Вот так будет, друзья, так. Ага. Ой! Yes! Yeah! Аллилуйя, друзья! Так, двигаться вперед, так. Ничего себе! С первого раза прошел уровень.
Так, погнали на второй. Так, добыть дерево. Ну что ж, друзья, вот мы и играем. Так, двигаться вперед. Двигаться вперед. И удар блок. Ну и легкодня. Так, продолжить. Давай. А, друзья, вот в пятом теперь нам надо строить дом. Так, двигаться вперед и дубовые доски. Погнали. Нет, надо поменять местами. Давайте. О, да, yes, давай, yes. Так, друзья, теперь мы будем с вами строить дом. Так, что мы выберем? Легко, среднее или сложно? Ну, я не знаю, вот сложное, это самое невероятное, что может быть. А легкое, это самое простое, среднее, это что-либо крупнее, а вот сложное, это невероятно, друзья. Ну, давайте легкое вам покажу. Так. Так. Так, вот сюда. Так, двигается вперед до ски. Так, затем нам затем вот это. Вот это. Так, двигаться вперед. Так, доски. Так, смотрите. Да, да. Так, да, да. Да, да. Yes! Друзья, круто! Так, давай, давай. Да. Давайте. Так, дальше, дальше, чтобы... А тут нам надо что-то садить грядки. Так, вот это. Вот это. Так, садим, друзья, смотрите, вот сюда, вот поворот. Так, двигаться вперед. Вот, и двигаться вперед. Так, поворачиваем. Так. Двигаться вперед. И вот это все. Нет, надо поменять местами. Куда мы сделаем урожай? Oh yes, друзья, у нас грядка теперь, yeah. Давайте еще одну, так, давайте. Мы уже на 8-м уровне. Давайте, давайте. Так, и что тут? Друзья, криперы! Вы знаете таких? Так, тут нам надо, в общем-то, добраться до дома, чтобы нас не взорвали криперы. Криперы, вы знаете, как они взрываются. Вот сюда. Так, садим вот сюда. Так, двигаться. Вперед, садим вот сюда. Так. Так, садим двигаться вперед. Вот это, так. Вот это. Так. Так, и вот это. Давайте посмотрим. Так, так, так. Yes! С первого раза, друзья! Давайте еще тогда что-то. Так, давайте, давайте. Где это? Где это? Давайте. Так, так. Так, тут нам надо выйти до
какого угля? Так, ну, в общем-то, это да, так. Удар блок, двигаться. Удар блок. Информовать факел. Да. Да. А, я понял. Понял. Так, удар блок. Да. Вот факел. Вот так. Давайте вот так. Yes! Со второго раза. Так, давайте, друзья, и погнали на десятый. Давайте, выйдите. Так, а, я просто вспомнил, тут 14. Так, нам надо быть. Так, нам надо быть ровно два куска железа. Так. Так, двигаться вперед. Поставить булыжник. Двигаться вперед. Удар блок. Вот. Я здесь помощью вот такой команды. Yes! Друзья, давайте. Погнали, давайте, давайте. Идите сюда. Вот, давайте, давайте. Это нам не нужны ваши ролики. Так, тут. Я понял, друзья. Так, вот так, что тут у нас есть? Так, вот это... Вот, ну, надо еще двигаться вперед. Так, давайте. Команду надо было подставить, друзья. Давайте погнали на 12-й. Так, что нас ждет на 12-м? Давайте, давайте. Так. Так, тут нам надо добыть... Тут нам надо добыть редстоун. Ровно 3 блока. Так. Вот так, лыжник. Так. Вперед. Ну, лыжник. Так. Удар блок. Двигаться вперед. Удар блок. Так. Двигаться вперед надо. Так. А потом так. Надо набрать. И удар блок. Вот как все работает. Стойте, я где-то промахнулся. Я тут забыл поставить вперед. Давайте. Это так выехать. Кого? А, туда 3, а не 2 блока. Точняк, друзья. Ну, мне что? Вот так. Остановись. Лыжник.
Сдвигай. Вперед. Так, хорошо. Так, два. Так, затем нам надо так. Затем нам надо так. Удар, блок. Блок. Так, двигаться вперед. И удар, блок. Поглоток. Так, один редстоун, булыжник, один редстоун, так, два редстоун, так, один алмаз. Чего? Так. Так, не понял, так, удар в блок, так. Кстати, вот это вот еще там подставить булыжник, да. Двигаться вперед. Удар в блок. Вот сейчас попробуем. Так, друзья, один редстоун, булыжник, два редстоун, так, алмаз, булыжник. Ау, друзья, мы прошли! Так, давайте до 13-й. Так, так. Так, что-то у нас, что-то... А, нам надо, да, рельсы. Так, нам надо прожить вклад в железную дорогу. Вы же чего? Так, рельсы, двигаться вперед. Вперед. Так, затем еще. Так, двигаться вперед. И рельсы. Давайте. Рельса, 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 рельса. Нет! Так.